Так, сыграем опять в игру «Найди место на карте». Но теперь вот поиграем на карте Украины. Так, давим play. Play. Start game. Так. Какой-то торговый центр у нас. Салон светло, электротовары. Ну и дорожное покрытие, видите, достаточно на таком, на хорошем уровне. Причем салон светло находится, как мы видим, за городом и достаточно большой это торговый центр. Что-то мне кажется, это под Киевом, либо Днепр может, ну какой-то такой большой город. Киев, Днепр, Харьков. Так, это непонятно что, но обычно на въезде в город всегда эти автосалоны находятся. Вот еще вот большая подсказка, если смотреть на рекламные щиты, там будет телефонный номер и, ну, естественно, код города будет. Моторист. Вот. Телефон 050. Я как бы надеялся, что будет городской телефон. Оказывается, нет. Станция обслуживания автобусов. 032. 032, 032. Честно говоря, не знаю, код города это. Какого? Предпродажная подготовка автомобиля. Так, еще смотрим. Все вывески, я так понял, на украинском языке. Значит, это где-то в украиноязычной половине Украины. Плюс. Так, заправка Shell. У нас на Востоке таких нет. Галиция. Все. Дальше искать не надо. Как я и говорил, это где-то в украиноязычной. Галиция. Подождите. Галичина. Это Ивано-Франковск или вот. В общем, ставлю вот здесь где-то в Карпатах. Хотя там это где-то большой город. Пусть будет рядом с Ивано-Франковском. Вот так. Жмем угадать. Ух ты, видите, я ошибся на 100 кило... А, нет, все-таки это Львов. Я почему-то думал, что это не Львов. Ладно, давайте следующий раунд. Ивангород. Блин, таких сел, мне кажется, по всей Украине полно. Ну, это будет вообще сложно. Так, любители повозмущаться, какие у нас дороги. Тут даже гадать не надо. Блин, тут едет какая-то фура. Едут они на одинаковой скорости. Я думал, может, приближу. Увижу номера, может, там какие-нибудь АН. Номера обычно заблюрены на Google картах. Так, это растет, по-моему, кукуруза. Не подсолнух, а кукуруза. Но все равно это кукуруза по всей Украине. Подсолнух больше на юге, возле Херсонской области. Да, кстати, интересно, тут Крым, к чему они отнесли, к Украине или нет. Так, ну это такая сельская дорога. Тут никаких мне подсказок и ориентиров не будет. Отель, бар, городок. Ну, если название городок, это где-то восточная Украина. Донецкая область, Запорожская. Где-то вот в таких
областях, я думаю, это будет находиться. Сейчас еще минуточку проверим. Ресторан. Надпись тоже на русском языке. Ресторан-музей «Украинское село». Я склоняюсь больше к Запорожской области. Так, что это у нас? Кладовище. Так, ну ладно, больше гадать не будем. А вот где-нибудь, вот здесь надавим. Умань. Ну, для Украины тут, конечно, я сильно не угадал. 500 километров. Ладно, жмем следующее. Река Яланец. Знал бы я лучше географию, я бы, конечно, угадал сразу. Магазин Виктория. Магазинов Виктории, Людмил. Парикмахерских везде много. Ольвия. Металлопрокат. Опять же, телефон 098. Может быть, где угодно. Такой какой-то райцентр. Так, ну тут, наверное, знак опять, название реки, да, Яланец. Вот посмотрите, как фотографируют Google карты. Это едет машина, и тут вот такая камера 360 градусов стоит сверху. Так, ну какая-то церковь. Какая церковь в каждом селе. О, велосипедист. Наверное, очень сильно удивлен, увидев такую машину. Ух ты! А вот сейчас может быть подсказочка. А нет. Думал, это пассажирская машина. И, скорее всего, тут тогда должно быть написано, откуда и куда она едет. А там ничего похожего нет. Да, это пассажирская. Смотрите, какое красивое небо. Я думаю, сейчас даже дойду до края этого села. Даже если увижу его название, мне это ни о чем не скажет. А может и скажет. Я пропустил табличку, если она тут была, конечно. Бершадського РВ ОМВС. Без понятия, где это может находиться. Наверное, где-то центральная Украина. Коровки. Так, ну все, это уже дорога между селами, между городами. Так, ну да, давайте попробуем где-то вот здесь.
опять же, пользоваться месяц можно за 2 евро, а в другом случае надо ждать вот 3, 2, 1 секунду. Жмем Continue the game. Ах, это на границе с Молдовой. На 390 километров ошибся. Так, жмем следующий раунд. Да что ж мне одни села? Хотелось бы попасться в большом городе в каком-то. Так, ну, может попадется уже наконец Донецкая область. Так, номера заблюрены. Ух ты, видите, на столбе гнездо аиста. Гляньте, какая красота. Как его током не бьет. А может, у него там USB-зарядка есть, и ему нормально. Так. Вот кто-то за свиньями поехал. За свининой. Так. Косевка. Косевка, Косевка. Ну, такие названия, блин, везде могут быть. Ой-ой-ой-ой-ой. Знак был. Давай, покажи нам областной центр какой-нибудь. Вира Тетеев. Что за сквира? Так, надо еще один ориентир. Давайте вот еще один знак посмотрим. Била церковь. Била церковь вот где-то вот под Киевом. Где ж Била церковь? По-моему, тут где-то находилась. Вот под Киевом. Ну давайте здесь. О, вот это вот расстояние 50 километров. Нормально. Ух ты, посмотрите, какое шоссе. Так, а что это, ну, двигаться не могу? Вот тогда. Так, ну, видимо, это не карта, а чисто фотография в таком, в 3D формате. Так, ну, единственная подсказочка, автомобиль, как всегда, не виден. Ну, если такая дорога, это где-то под Киевом, скорее всего, между Киевом и какой-нибудь там элитной дачей. Ладно, нажмем просто вот здесь. И ошибся я на 180 километров. Так, ну все, смотрим итоги, view summary. Ух ты, мне еще, гляньте, медаль какую-то дали. Well done, хорошо, you have received a new medal. Вы получили новую медаль за Украину. You can track your progress здесь. Вы можете отследить свой прогресс здесь. Давайте посмотрим. Pick a country to play from the map or the list below. Проверьте страны, to play from the map. Короче, по странам из списка ниже можно. Вот, да, Африка. В общем, карты по каждой стране есть. Но вот это вот контуры США. Do your best, play the map in single player mode and earn medals.
Короче, играете в режиме одного игрока и зарабатываете медали. Трек. Отслеживаете ваш прогресс здесь. Вы можете коверзы. И вы можете, короче, покрыть всю весь мир золотыми медалями. Старт коллектинг медал. А, вот показывается, да, у меня за Украину бронзовая медаль, одна бронзовая, и можно так по сторонам проходить и набивать все медальки. Ну, в общем, такой интересный опыт. Ладно, кому понравилась эта игра, ссылочку оставлю в описании.